Одержав победу на Куликовом поле, князь Дмитрий приезжает в Троицкую обитель, чтобы поблагодарить святого Сергия за благословение на битву и предсказанную победу над врагом. Святой Сергий и князь Дмитрий завещают будущим поколениям крепить единство Святого Креста и доблестного меча во славу свободной русской земли и духовного торжества православия. Сойдется к нам, так волею небес, служение едином, сойдутся меч и крест. Одну приемлю меру, а не я одной молюсь. Кто защищает верность? Тобой по чести одну глаголем речь, чтоб воссияли вместе святые кресты.